На улице 12-й Амурской уже 10 дней не могут заделать течь в водопроводной трубе. Местные жители утверждают, что коммунальщики не нашли лучшего выхода из ситуации, чем просто закопать поврежденные коммуникации. Воду это, конечно, не остановило, она уже проникает в дома. Николай Киргинцев, ветеран Великой Отечественной войны, жалуется на полный погреб в таком же состоянии подполы в домах по соседству. Трубу прорывают у нас. Каждое лето раза по два они ремонтируют. Говорят, трубы положили плохие, гнилые. Мы пробовали откачивать, а вода опять прибывает еще больше. Мы бросили откачивать, она так и стоит у нас в погребах. В Омск водоканале уверяют, что течь незначительная, и сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы сделать ремонт. Труба диаметром 500 мм лопнула на сгибе в месте поворота. К слову, коммунальщики обещают не только устранить прорыв, но и заодно заменить аварийно опасные участки трубопровода. Понимая, что данный трубопровод является транзитным и обеспечивает водой десятки тысяч мечей жителей Амурского поселка, отключение не производилось. В понедельник будет произведен капитальный ремонт данного водовода, и проблема будет устранена.